Все, я снова здесь. Что мы сделали? Мы закинули чеснок. Так, чесночок. Теперь. Витюша, убери вот это за собой. Так. Мясо. Я пошел. Убирай вот эти вот за собой. Не буду я ничего убирать. Как это, вот эти вот иголочки? А, все, убрал. Я погнал в машину откручивать колесо. Давай. Коля сходит с тобой? Наверное. Все. Так, пловик на печени. Витюша ее любит, она очень полезна. Еще она один раз остается. Очуметь. Просто очуметь. Это я так о своем. Так, блин, тут пригорает уже. Сейчас. Закидываем теперь печень. Все. Мешаем, размешиваем. Добавляем сюда вот этот соус. Хорошенечко перемешиваем. Это я вчера делала соус. Сейчас мы его добавим. Будет обалдительно вкусно. Так, минут 10 потушится. Вот 9. Это можно помыть. Сейчас промоем рис. Вообще по-хорошему, мне я еще хочу сегодня пересчитать весь свой товар, чтобы знать, сколько у меня в товар денег. Заколебали, блин, эти мухи везде летают, садятся. Блин. Так, сюда. Сейчас это все уберется, это в морозилку. Блин, что там упало? Соевый соус упал. Так, все и красота. Блин, арбуз уже стоит сутки разрезанный. Нужно его видать. Можно хеколь сделать. Но у меня нет приправности. Чим-чим. Сейчас чим-чим стоит 500 тенге. Это вот последний раз я брала. Он стоил 235, что ли? Или 245. Что-то такое.
сейчас он уже стоит 500 тенге. Сейчас это... А, это холодильник. Девочки, не забудьте мне написать, где хранятся эти... Лук и чеснок. Сюда. Это сюда. Уходи, Маруся. У тебя же есть еда. Что ты кричишь? А, у тебя нет молока? Да ё-моё, путается мне под ногами. Так, девочки, сейчас мы промоем пока рис. Надо перебрать, что там у меня из круп есть, чего нет. Буквально недавно узнала, купили что-нибудь в магазине, никогда не развязывайте этот узел. Вы от человека плохой негатив на себя все плохое забираете. Вот, так что не нужно этого делать. Так, ну рис. Риса немножко. Надо купить мне для круп всякие там посудины. Ой, а рис-то чистый. Рис-то какой чистый, хороший. Зачем я его брала? 500 тенге стоит рис. Оу! Сейчас, зайка. Так, все. Хватит ему тушиться. Сразу сюда рис. Водички еще вот столько добавлю. То Витюха в этот раз приехал, говорит, кушать хочу. Иду, Занька, иду. Сейчас мама добавит этот специи. И бегу. Так, и приправку. Ну, я думаю, вот столько достаточно будет. Все. Все. Теперь выключаем. Включаем варка. Плей. 40 минут пусть томится. И плов будет, пальчики оближешь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите ко мне в Дзен. Я есть в Дзене.